Необычное природное явление – метеорный поток – смогли наблюдать накануне жители всего северного полушария Земли. Звездный дождь, как его прозвали в народе, случается каждый год в начале августа. Метеорный поток Персеиды – это парад мелких космических частиц. Они остаются от проходящей кометы. Пик приходится на ночи с 11 по 13 августа. Явление приковывает внимание ученых и обывателей со всего мира. Специалисты советуют наблюдать вдали от городских огней. Для этого не требуются никакие астрономические приборы. Что касается Персеиды, то это очень древняя уже комета, которая распалась очень давно, и поэтому все вот эти частицы, они распределились по всей орбите. Вот, то есть кольцом вокруг Солнца. Вот, и Земля каждый год проходит через это кольцо, пересекает его. А метеоры, значит, это те, вот эти частицы, которые движутся с большой скоростью, там десятки километров в секунду, до 60 и больше. Вот, и они с большой скоростью врезаются в земную атмосферу, естественно, от сопротивления воздуха они разогреваются, ярко, довольно ярко, так сказать, могут вспыхивать.